Приветствую, друзья! Хочу вам немного рассказать об новом обновлении бета-теста и вообще рассказать про баланс, который на данный момент существует в игре. Сказать свои мысли, идеи, свое объективное мнение, взять калькулятор, кое-что посчитать. Ну и также, так как я давно в игре, сравнить кое-какие нюансы, которые, может быть, вам в голову не пришли. В игре существует бета-тестирование. Вы заходите в Google Play меню игры, становитесь бета-тестировщиком и ждете обновлений бета-тестирования. Иногда они бывают довольно часто, иногда редко, там ну, раз в месяц, наверное, обновляются. Вот. Когда игроки перестали, скажем так, играть из-за нового баланса, когда появилась забастовка, резко появились обновления, где-то что 4 за 2 недели. Ну, видимо, разработчики заранее готовили это тестирование, но апогей недовольства как раз попал примерно в это же время. Итак, за бета-тестирование, скажем так, в виде компенсации, мне дали один ящичек. Ну, это, конечно, интересно. Вот. Немного зеленых кредитов. И 160 карточек одинаковых, кстати, которые дают прочное здание. Вышло видео-разговор с разработчиком по поводу этого баланса. И лично мое мнение, что частично э, нам вешают лапшу на уши. Вот, и все так же создают кактус, который нам придется кушать. Но за не менее другого э, есть что есть, скажем так. Итак, во-первых, у меня, как известно, было очень много очков умений для своего ранга, больше 200, поэтому маловато, если честно, мне кажется, я получил карточек за это, и характеристики уменьшились. Однако в новом бета-тестировании увеличили немного параметры. Ну, давайте сейчас посмотрим. Кстати, для начала посмотрим прочность зданий. Так, находим циферку, точнее, карточку прочность зданий. Плюс 4%, замечательно. И при этом ищем дальше, где находятся эти карточки. Где же они находятся? Вот. У меня 160 карточек, которые я не могу потратить. До тех пор, пока. Ну, вот здесь тоже 160, до тех пор, пока я не открою 2, пока я не открою 5 уровень звезд то есть я должен открыть здесь оставшиеся два умения. Здесь, видимо, еще 9 надо будет получить. И только тогда я смогу вложить свои карточки, которые я получил. Как я и говорил, распределение не особо хорошее, потому что у вас банально нет выбора. И как сказали разработчики, если у вас просто будут лишние карточки, допустим, вы уже все в качале, у вас просто есть какие-то лишние карточки, куда некуда потратить, которые некуда потратить, компенсация будет в зеленых кредитах. Ну, не особо. Это круто, я хочу сказать. Это опять же обман некий. Обман игроков. Теперь давайте посмотрим характеристики, которые поменяли, так как разработчики нас уверили, что они не успели распределить достаточно адекватно карточки, и характеристики будут другими. Посмотрим, какие сейчас характеристики. Ну, как мы видим, по-моему, тогда было 1%, сейчас увеличено за победу 5% в мировой. Увеличено количество кредитов за первый бой до 20%. В принципе, это достаточно хорошее повышение. Время ожидания бесплатного ящика 3%. Вообще на самом деле ни о чем. Увеличили количество ресурсов на... в одном контейнере коробочек на 30 процентов было 7,5 процентов про вот эту я давайте сейчас поговорю поподробнее чуть-чуть отойду от этой темы и сейчас вам кое-что расскажу что вы возможно не знаете Итак, берем случайного игрока вызываем его в тренировку и вызывать тренировку его не буду я просто вам кое-что скажу что возможно многие из вас не знают и поэтому вполне возможно, разработчикам удалось вас обмануть. Но меня обмануть, конечно, будет не так просто, так как я в игре где-то год и за кое-чем слежу. Итак, представим себе, что у нас есть карта, где есть старая карта, здесь есть и море, и суша. Вот. Фишка в том, что нам сделали сразу 3-4 нерфа с ресурсами на карте. Первый нерв – это количество ресурсов в контейнере. А если раньше в одном контейнере было 300 ресурсов, сейчас где-то 200. Это очень сильный... Это ухудшает ситуацию, потому что в топе можно вообще даже не собирать ресурсы, просто включить сразу голду и на голдовом снабжении все это делать. Не особо на самом деле разница будет. Вот. Но давайте посмотрим другие карты, менее очевидные, скажем так, мои любимые карты, где ресурсы распределены не совсем так, как должны быть. Все эти старые карты хорошие, вот, например, одна из самых лучших карт старых, Клещи, отличная карта для режима 2 на 2. Более современная карта, забытая Вахта, ее добавили где-то весной, может в апреле, может в мае. В ней ресурсов, конечно, поменьше, но все еще более-менее нормально. Все еще можно, по крайней мере, разъедать. Давайте посмотрим карту Ринг. Здесь на море где-то 1000 ресурсов. Может 1200, это очень мало. Учитывая, что ресурсы на карте занерфили, например, на данной карте вообще нет никакого смысла выходить в море. Вообще бессмысленно выходить в море. Более того, если у противника также будет флот, то ресурсов вы соберете еще меньше. И также на суше не особо много ресурсов. Вы, во-первых, можете их потерять, а даже если возьмете половину ресурсов, это не особо вам поможет. Вот, например, на вот этой карте, на апогее гениальности разработчиков, которые вы, возможно, не заметили, но я все это замечаю. Вот на этой карте и на вот этой карте очень легко играть против слабеньких игроков, потому что на всей карте всего лишь один, два 3-4 ресурса на вашей зоне. Этого очень... Это недостаточно, это очень мало. Более того, есть шанс, что вы соберете два контейнера быстро и вложите их в центр снабжения. И то это будет 300 ресурсов, да? Но вот последние два, они находятся в двух краях карты вашей зоны, то есть, которые не все игроки знают, что там вообще находятся контейнеры и могут даже несколько минут вообще не разведывать, даже в первой атаке вы нападете на противника, а там до сих пор не будут взяты эти ресурсы. Если выходить в море на этой карте, то тоже не особо полезно, ибо на море 800 ресурсов в сумме. Ну, понимаете, что это ни о чем. Вот, например, на этой карте ситуация точно такая же. Тоже мало ресурсов, на море их не особо много, и на море есть шанс вообще их потерять. Тем более противник находится, в принципе, близко. Если вы неудачно зашли на дельту, то дельта вас уничтожит, соберет ресурсы. Если вы дельту отправили не туда, то вы ничего не соберете. Вот здесь, на карте, например, ну, на самом деле тоже маловато ресурсов, тем более не все игроки знают, как разведать, но это не важно. Здесь, чтобы выйти в плюс в море, надо очень много потратить времени. Потому что проблема заключается в том, не сколько ресурсов ты собрал, а как быстро. А в чем фишка? Когда вы выходите вверх, вы не строите центры снабжения или строите их поменьше. Соответственно, чтобы выиграть больше ресурсов, чем, чем, чем игрок, который не выходит в море, вы должны компенсировать отсутствие одного, двух, даже трех центров снабжения. То есть помимо того, что верфь должна себя окупить, то есть 250 плюс 80 ресурсов, если это кайманчики вверх, так верф а, должна купить еще и центр снабжения. То есть вы автоматически теряете вот это за эти две минуты, которые а, построили верф за, за время которого построили Кайман, разведали первые пару контейнеров, чтобы купить хотя бы верф. Вот за эти две-три минуты вы теряете 2-3 минуты ресурсов, которые приносит вам ЦСКА. А иногда это где-то 200 ресурсов, и не факт, что вы успеете эти 200 ресурсов дополнительные собрать. Тем более, третий контейнер, который здесь находится, или второй, или третий, имеет ну, если вот это, к углублению, к этому небольшому заливу, контейнер, который находится рядом, имеет 50 ресурсов. Но это вообще издевательство. Смотрим дальше. Здесь то же самое. Когда я не выхожу в море, хотя я нахожусь возле моря и беру два контейнера на суше или три, я имею больше выгоду, чем если выхожу в море. Хотя в море не выходить очень опасно, потому что если противник теми же кайманами или дельтами сможет контролировать море, дальше уже будут викинги или аллигаторы, так что вы торпедку не построите. Эта карта то же самое. Вообще нет ресурсов на море. Не знаю, если там штук 800 наберется, но ресурсов вообще нет на море. При этом и на суше их не особо много. Даже если вы возьмете половину, этого не хватит даже на 5 центров снабжений. Эти карты мы обсуждать не будем. Здесь тоже на море вообще ничего нет. На суше маловато, если честно. Тоже бессмысленная карта очень мало ресурсов на суше, этого не хватит не то, что на 5, это даже на 4 CS -ок. вам не хватит. Вот, тем более основные контейнеры находятся по краям карты, по одному хороший контейнер, не все игроки знают, что он здесь находится. И когда кто-то из ваших союзников выходит в море, это вообще капздец. Получается, там игрок в 5 минут играет на двух CS. -ок. Вот эта карта тоже какая-то бессмысленная, ресурсов мало, очень сложно играть против оппонента, который находится на центре, как-то глуповато. Да и в режиме 1 на 1 наземкой не, ничего не сделаешь. Эта карта тоже бессмысленная, просто дебильная. Снизу вообще нереально задавить наземкой. С одной стороны, 10 бункеров играт, с другой стороны, куча мин, тоже не, не пройдешь, если честно. Здесь то же самое, наземка, и не пройти, и выигрывает тот, у кого высший ранг, или флот, там, авиация, тот и выигрывает. Вот, еще одна гигантская карта, которая, на которой очень мало ресурсов, есть шанс кое-что потерять из ресурсов, есть шанс вообще ничего не получить, тоже бессмысленная карта. Пока вы соберете все эти ресурсы, которые вам, в принципе, хватит на эти ЦСки, кто-нибудь воспользуется тем же красным мустом снабжения вместо голдовой разведки и получит больше выгоды, если честно. Не особо. Тоже какая-то бессмысленная карта, тоже мало ресурсов, не особо разбежишься. И последнее, то есть мы поняли, что нерв был в количестве ресурсов на карте, гигантские карты, где невозможно быстро построить центр снабжения, карты, где есть море, где ни на суше, ни на море нет ресурсов, при этом в море все-таки рано или поздно ну, что-то придется построить, или хотя бы разведку, или хотя бы одну дельту, хотя бы торпедку, потому что иногда бывает, что могут либо зарашить, либо просто построить Посейдон, там же не особо против него повоюешь, правильно? и четвертый нерв это в том что пехота сопротивления стала медленнее бежать по лесу все это приводит к тому что игра затягивается игра затягивается не забываем что наш штаб строится дольше чем раньше количество цент цесок ограничено на первых двух уровнях штаба поэтому тяжело, если честно, тяжело. То есть, зарашить не очень получается. Но если мы говорим про раш, мы должны вспомнить о том, что нам урезали возможность иметь, ну хотя бы повысили до 4% атака пехоты, ладно. Но нам все равно урезали возможность иметь много командных очков. То есть, если у вас было плюс 5% атаки пехоты, плюс 10% скорости строительства, плюс вот только 4, плюс 5 командных очков, вы могли с помощью ранней атаки довольно-таки бодренько продавить оппонента, иметь преимущество в командных очках, тем более прокачать а, для штаба командные очки, время развертывания, а, командные очки, там электростанцию прокачать, все, что вам дает скорость, и при этом делать не тупой раш, а хорошую крепкую армию до, допустим, 5.30 до 6 минуты напасть в фулку во второго уровня штаба и, собственно говоря, продавить оппонента. У меня бывало такое, что я на 12 ранге пробивал 15, у которого было 700 улучшения, а у меня было всего лишь 350. Мне удавалось это сделать. Сейчас это, это на самом деле нереально. Также хочется сказать, что вроде бы, учитывая, что Rush вроде бы снерфили, у нас меньшее количество бункеров, это и верно, и не совсем верно. Проблема в том, что вам физически не хватает ресурсов на вышку или на бункер, когда у вас первый уровень штаба. Если вы построили вышку или бункер вместо центра снабжения, вы очень много потеряете. И да, вас, конечно, не зарашат, но вы отстанете на одну ЦС, ну, на пару сотен ресурсов, может отстанете от оппонента. Это раз. Во-вторых то есть вроде бы можно рашить но проблема в том что на втором уровне штаба по любому есть возможность построить три бункера и пока вы дойдете до оппонента будут три бункера что мне не нравится в вышки в бункере так это то что а... так это то что у бункера пятого уровня больше жизни чем у фуловой вышки 14 уровня мне кажется это не совсем правильно правда а, когда бункер пятого уровня крепче, чем, по крайней мере, по ХП, крепче, чем вышка 14 уровня. Это немного несправедливо. Вот, то есть бункером можно отбить реально много чего, а вышка не особо, если честно, танкует, ее молоты выносят только так. И не забываем, что все-таки вышка, несмотря на то, что у нее, скажем так, максимальный урон, разве что после кречета, урон по пехоте, тем не менее, для уничтожения даже легкого штурмовика требуется 4 выстрела. 4 выстрела ⁇ это 7 секунд на одного пехотинца. На тяжелого штурмовика и больше времени нужно. То есть что-то здесь не так. Также мне не нравятся характеристики юнитов. Они немного неадекватные. Давайте сейчас немного закончим тему с этими карточками. Вот здесь написано, что увеличено количество гарантированных кредитов в ящике. Так, снижение стоимости кредитов для апгрейда. Увеличено количество зеленых кредитов за первый бой. Это все, конечно, круто, но, может быть, кто из вас не знает, но цены на апгрейды увеличили прошлой весной. То есть у нас появились, допустим, вот эта реклама, да, вот сейчас появилось обновление, побольше нам фиолетовых реклам, Они дают, конечно, это круто. Но если вы не помните, то раньше была бесплатная, был бесплатный контейнер, который можно было брать раз в три часа, либо сразу два контейнера раз в 6 часов. Я, например, брал раз в 6 часов, чтобы не заходить в игру почаще. Вот, и как бы тоже была зелень. Во-вторых, после каждого боя, в конце, когда мы выигрывали, вам давали определенную награду в виде, по-моему, трех контейнеров. Один из них был золотой, соответственно, там был золотой или красный буст, немного зелени, немного жетонов, может быть, там 2-2 тысяч зеленых кредитов, немного жетонов, там пару единиц голды. То же самое касалось и турнира, и скирмиша. И когда вы проходили кампанию, а все-таки все игроки проходят кампанию, где-то половину ресурсов, которые вы получали из кампании, вы на самом деле получали их как раз из вот этих дополнительных ящиков. Потому что каждую компанию где-то один-два раза вам давали золотой контейнер, один-два раза вам давали красный контейнер, может быть, три раза. И дальше уже давали синие контейнеры. Конечно, синий контейнер это там 300 зеленых кредитов, один синий буст, там пару золотых, пару единиц золота. Это не так уж и много, но тем не менее, за счет того, что игроки постоянно проходят одну и ту же миссию несколько раз, даже проиграв, вы все равно получали там в награду хотя бы один минимальный контейнер. А если это была победа, то несколько раз за прохождение получали ящичек. Это реально увеличивало раза в два выигрыши, потому что ну, вы проходили несколько раз эту миссию. Поэтому говорить о том, что вот, вот эта реклама как-то компенсирует то, что было у нас раньше, я бы такими громкими заявлениями не бросался. Во-вторых, в игре есть один парадокс в виде прокачки. Сейчас мы найдем улучшение, которое длится один день, и которая длится два дня. И вы мне сами, наверное, уже скажете, в чем заключается парадокс. Итак, видно, что один день стоит 19 тысяч, здесь два дня стоит 33 тысячи. Хотя, по логике игры, чем дольше длится улучшение, чем дольше длится улучшение, тем оно должно быть, в принципе, дороже. В принципе, раньше видно, что немного странно. Цена идет. Раньше улучшение за, за один день стоило 12 тысяч кредитов в среднем. Иногда стоило 11, иногда стоило 14, и изредка стоило 15. Я это помню, потому что прошлой зимой у меня не особо много зеленых кредитов было, поэтому я старался экономить и качать что-нибудь выгоднее. Поэтому некоторые улучшения, которые длятся до одного дня, я в принципе их делал. Сейчас возникает вот такой вот парадокс. Более того, сейчас улучшение, которое длится 12 часов, так, где же оно, вот оно стоит 11 тысяч раньше, оно стоило значительно меньше, может быть 6 тысяч, точно не уверен. То есть, когда вам разработчики говорят, что они добавили более дешевое... так не то, когда они говорят, что увеличено количество кредитов гарантированных в ящиках, когда прокачка становится дешевле, это все луковство, потому что на самом деле еще в прошлом году весной стоимость прокачки повысилась. Говорят, в топе также повысилась, но я про топ ничего не могу говорить, просто я точно уверен, что один день стоило 12 тысяч. Если вы мне не верите, вы можете поискать старых видео других игроков. Возможно, где-нибудь сплывет как раз информация, сколько стоили улучшения. И, собственно говоря, вы мне проверите. Дальше я вам буду говорить про вот эти контейнеры, буду говорить про клановые поставки, буду говорить все секреты про казну. Кто не знает, давайте я вам кое-что покажу. Вот, например, за один этап. Мы получаем за 10 регионов 400 тысяч. Также а, у нас по очкам войны, мы второй клан в игре, который зарабатывает настолько много очков войны. Ну, в принципе, судя по а, судя по статистике клана, не особо это количество увеличивается. Но в принципе у нас, а, когда только появились данные. Поставки клановые а, Уже было достаточно много очков войны, больше 500 тысяч. То есть а, мы входили в топ-4, топ-3. Мы, в принципе, свободно входили. Сейчас мы а, занимаем топ-2. Давайте дальше посмотрим. Мы сейчас посмотрим по очкам войны. Топ-3 сейчас занимаем. Отлично. Через пару дней, я думаю, мы займем топ-2 свободно. То есть за нами только ЕБСБ. Так что я знаю, о чем я говорю. Если посмотреть по мировой войне. Ну, сейчас, например, мы занимаем третье место. Если посмотреть по общему количеству по мировой войне очков доминации, то наш клан занимает третье место. Соответственно, у нас третье в мире казна. Поэтому я думаю, что, учитывая, что у меня очень большой опыт игры игра больше года. Это будет достаточно объективно рассказать и показать вам, какая может быть казна в игре максимальная, и я сделаю расчет, сколько вам дается зелени за один бой. Ну, теперь мы перейдем на характеристики. А, самое интересное, что у нас есть, это, наверное, дикообраз. Дикообраз прикольный юнит, но абсолютно не юзабельный на малых рангах. Сначала мы поговорим про а, ПВО. Будем говорить про ПВО, а потом про пулемет. Ну что ж, кто не знает ПВО авиации, по-моему где-то весной или в балансе, не, наверное, в балансе 2:0 повысили урон по броне второго типа. То есть бьем мы кречеты, вертексы лучше, чем раньше. Причем количество это очень большое, очень большая разница. Ну, видите, что у меня флоу аллигатор, флоу тикобраз, то есть я могу брать цифры, и все это будет объективное сравнение, ну, хотя бы для 13 ранга. Итак, повысили урон по второму типу. Вертексы, кречеты падают быстрее. Но не забывайте, что есть одно маленькое но. Сейчас угу. количество возможных зданий, оно уменьшено. То есть, с одной стороны, это и плюс, что увеличили урон от урон ПВО, но и сделали определенные ограничения на количество ПВО. Впрочем, раньше в балансе 1-0 порой было просто невозможно играть до тех пор, пока ты не построил реально где-то штук 15 этих ПВОшек. Ну, нереально было играть. И, кстати, кто не знает, количество урона повысили на 30%. Это нереально много. Можете зайти в старое видео и заметить одну вещь, что количество урона по броне второму типу увеличилось, а вот по броне третьему типу не увеличили. То есть вертекс мы сбиваем на 30% легче, а вот торы и альбатросы наоборот хуже, потому что альбатросами тором добавили хп. Но ну, учитывая, что альбатрос это не юзабельный юнит, то фактически мы сделали тор более мощным. Причем против любого ПВО, то есть даже против Кречета. Итак, ну и даже против наземки, все-таки это броня. Давайте посчитаем, сколько у аллигатора урона по авиации. Мы будем считать по броне второго типа. Берем калькулятор, проверяем снова параметры, меткость, скорострельность и урон по второму типу брони. И мы получаем вот такой вот урон. В балансе 1.0 а, примерно такой урон был у дикообраза, что вы понимали. А, да, чуть-чуть поменьше. Ну, тоже 13 тысяч там было. Но такой урон у нас в минуту а, по броне второго типа у аллигатора. И вы спросите, много ли это? Ну, я бы сказал, что это укус комарика. На самом деле. Теперь посмотрим, сколько урона у дикообраза. По, не забываем по броне третьего типа. Итак, вот такой у нас урон. В балансе 1-0, учитывая, что не забываем, что ПВО повысили на 30%. Примерно такой урон был у стационарной ПВОшки в балансе 1-0. Поэтому, когда вы видите, сколько урона стреляет дикообраз по авиации, примерно столько наносил урона стационарное ПВО а по авиации в балансе 1-0. Если вы мне не верите, вы можете зайти на прокачку, не знаю, на какое-нибудь видео, где кто-нибудь показывал свою прокачку старую и посчитать по старому балансу, сколько было урона. А урона было на 30 процентов меньше. То есть дикобраз ну, значительно помощнее будет, чем э, аллигатор. Более того. У него, конечно, и дальность получше, и радиус взрыва. Но мы будем говорить чистый урон. Просто представим себе, что авиация летит над нашей головой, и что, в принципе, особо не надо целиться в нее, потому что э, прицел тоже влияет. Далее посмотрим на э, морскую установку. Итак, смотрим внимательно на характеристики 173, 170, 128, 85. И мы получаем вот такую вот цифру. Урон от морской установки уже достаточно большой. Да ладно. Уже достаточно большой и радиус взрыва он значительный. Единственное, что дальность атаки, по-моему, у дикобраза будет получше. Но я не уверен. Проблема морской установки в том, что на малом ранге плюс-минус два викинга уничтожает ее без потерь. Несмотря на то, что у морской установки явно урон побольше, чем у аллигатора, за счет того, что, не знаю, то ли брони, то ли ХП ей не хватает, но разбирает ее достаточно э, жестко викинг. При этом, учитывая, что у нее много брони, возможно возможно, авиация ее будет сбивать хуже. Но если посмотреть завод штурмовых машин первого уровня, первого уровня, чтобы вы понимали, первого, то он будет покрепче, чем наш завод. Ну, давайте объективно возьмем 6800 здесь и здесь тоже 6800. То есть ну, процентов на 20 будет пожестче Завод броненосца жестче торпедной установки. Сопротивление. Мне кажется, что у конфы значительно помощнее будет морская установка. И вот, друзья мои, вот такой урон у нас у ПВОшки. Достаточно много урона, если честно, в сравнении с балансом 1.0 балансе 1.0 на 12 ранге у меня урон был 16 тысяч в минуту. Хочу сказать, что разница небо и земля. То есть ПВОшка стала ну, на, 30 30% мощнее. Она стала реально на 30% мощнее, может даже... Ну да, в принципе, на 30% все-таки у меня сейчас один ранг повысился, так что так. Что так. О чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что сопротивление вот такая имба была, но если сейчас, допустим, ваши три, а, три ПВОшки а, не справляются, допустим, с пятью вертексами, то представьте себе, что было раньше, когда у нас был другой баланс. Естественно, надо было строить не три ПВО, а намного больше. То есть ну да, урон повысили ПВО, но зато меньше целей. То есть, знаете, монета с двух сторон. Это говорит о том, что вроде бы дикообраз он полезный, но на самом деле вместо дикообраза в начале игры лучше строить ПВО и вообще не строить дикообраз. Он не особо полезный юнит. Но вы скажете, что у дикообраза хорошие параметры брони ХП. Ну вот на 13 ранге, например, у крепости две с половиной тысячи жизней ровно и 50 брони. Более того, на 13 ранге одна крепость разбирает один броненосец. Это, конечно, чудо из чудес, но разбирает. И, казалось бы, какой урон у дикообраза по пехоте? Давайте сравним. Вот все говорят, что дикообраз тащит пехоту, но я, так как имею голову на плечах, я объясню вам чуть-чуть позже, почему дикобраз тащит пехоту и почему он тащит ее на более высоких рангах. Давайте посмотрим урон стрелка. Давайте вот такая ситуация. У вас есть пехота, дикобразы, там броники, крены. И против там молота, пеха, крепы и все такое. Вот играем на втором уровне штаба. 2 на 2. Ну точнее, 2 на 2, 1 на 1 начальными юнитами. Что делает пехота? Пехота стоит на месте, она наносит урон. Что делают дикобразы? Обычно мы берем дикобразы и отправляем их вдоль линии фронта, то есть движем ими. Желательно, чтобы дикобразы не получали урон, потому что все-таки дикобраз стоит 180 ресурсов, а если там появится вертекс, достроится, то не особо приятно будет потерять на молотах дикобраз. Все-таки мы берем его не для его пулемета, а берем для чего-то другого, правильно? Но с другой стороны, он же должен хорошо косить пехоту. Поэтому берем и считаем урон пехоты, вот циферки, считаем урон пехоты в недвижении. Видно невооруженным глазом, что здесь где-то 30% разница то есть это будет 27 из 86 но это больше 30 процентов однозначно штраф ну, большой штраф. Так что лучше пехами, конечно, не бегать, лучше их оставить вне движения. Будем считать урон недвижения. движения. Итак, мы получаем вот такую цифру. Много это или мало, судить вам, ну, скажем так, снайпер бьет 13,5 тысяч урона, снайперская вышка также 13,5 тысячи. То есть, ну, мы где-то на процентов 25, добрых где-то на 23 меньше бьем стрелком, чем снайпером. Ну, естественно, у стрелка жизни будет намного больше, чем у снайпера. Намного. Вот, так что он будет более живучим. Ну, тоже на самом деле немного. Штурмовик конфы, он будет, конечно, пожирнее. И граната у него настолько мощная, что она уже хорошо стреляет и по технике. Не знаю, какой там коэффициент, хотя давайте посмотрим. Кстати, мне дали в бета-тестировании на конфе немного ресурсов. Отлично, сразу паки предлагают. Давайте посмотрим на штурмовика, какие у него параметры а, гранаты. Ну, учитывая скорострельность и, а, и параметры урона, ну, в принципе, здесь. Такой же штраф по броне третьего типа. Ну, то есть поменьше урона будет, но учитывая меткость, скорострельность, граната конфы будет э, стрелять раза в три больше. Можете брать калькулятор, мне считать лень. Вот. Еще немного увеличивается урон. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, однозначно в три раза больше наносит граната урона по технике, чем граната сопротивления. Все-таки скорострельность здесь заметно лучше. Кстати, мы не посмотрели радиус взрыва, но это, в принципе, не столь важно. Итак, теперь берем и считаем э, урон дикообраза в движении. Не забываем, что юниты в движении имеют штраф. Ну, примерно все, кроме молота и там, аллигатора, у них штрафа такого нет. Здесь, например, добрых процентов сколько? Ну, 20, наверное, 20 с чем-то. Вот, а у аллигатора, у молота там пару процентов всего лишь, по-моему, молота полтора процента. Давайте считать дикобраз движения. Ну вот какую цифру мы получаем? Достаточно мало, то есть наш дикобраз стреляет по пехоте хуже, чем стрелок. Удивительно, правда? При этом, если он будет вне движения, то урон увеличится э, до урона снайпера. То есть уже будет такой более-менее вменяемый. Но учитывая, что дикообраз очень сильно страдает от э, техники, учитывая, что с плешем гранаты штурмовики хорошо справляются с большим скоплением пехоты, сопротивление хорошо справляются с техникой сопротивление, то урон будет, я бы сказал, что очень ощутимый, очень ощутимый. При этом техника, как вы понимаете, тащит сопротивление только за счет брони. То есть урон здесь не особо большой. Чтобы вы понимали, один стрелок будет полезнее, чем движение дикобраз. По крайней мере на 13 ранге. И когда говорят, что у дикобраза хороший урон, это не совсем верно. А вот такой урон у дикообраза в движении против техники. Это просто нулевой урон. У броненосца в три раза больше урон. То есть молот в движении будет стрелять по дикообразу в движении в три раза мощнее. И даже больше. В три с чем-то. Если остановить дикообраз, остановить его не особо охота, потому что он по-любому упадет урон будет более-менее вменяемым, но он все равно в два чем-то раза хуже. То есть дикообраз никакого урона. Так, стоп, 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 нет, я вам вру, кстати. Это по крепости, по крепости. Вот по э, в два раза меньше по молотом в недвижении, а в движении э, ну два с половиной раза. Ну то есть не особо много. При этом характеристики у них плюс-минус плюс, одинаково. По-моему, у, у молота 44 единицы брони. По-моему, на 13 ранге. То есть э, фишка в том, что дикобраз тащит пехоту, и он может только пехоту тащить исключительно в том случае... Если, во-первых, дикобраз не стоит, это уже хорошо. Если брони у него, ну, больше 50 единиц. Когда броня будет больше 50 единиц, то хотя бы пехота уже не так будет ему страшна. Ну, по крайней мере, легкий штурмовик. И когда говорят, что дикобраз это имба, вспомните, какой дикобраз был в балансе 1-0. То есть это ПВО просто никакущее. Никакого урона не наносил дикобраз по юнитам оппонента. По вертексам никакого урона по молотам, но при этом э, дикообразу урезали одну единицу дальности атаки. Хотя дикообраз просто обязан быть постоянно в движении, иначе один э, случайный удар Зевса и пали ваши дикообразы. Что насчет Койота? Казалось бы, Койот тоже должен достаточно хорошо косить пехоту, как бы это его единственная функция, да? Давайте посчитаем, сколько у него урона. Вот смотрим параметры, а я захожу в калькулятор. И что мы получаем? Мы получаем то, что, что койот в движении наносит уро меньше урона по пехоте, чем э -э стрелок. То есть э -э терять койот не особо весело, он все-таки чуть дороже стоит. Вот он еще может пригодиться. В общем, койот на 13 ранге, хочу сказать. Будет значительно слабее даже стрелка, то есть он не наносит урона. Если там много пехоты, то это просто гг. Сплэшем будут уничтожаться легкими штурмовиками только так ваши койоты. И поверьте, у меня эти юниты фловые, более 1500 боев в режиме 2 на 2 против разных игроков, я знаю о чем говорю. Также у дикобраза маленькая дальность атаки. На 14 ранге она будет чуть-чуть получше. И также на 14 ранге появляется скорость перезарядки. То есть, я думаю, хорошо увеличится урон по количеству, немного броня увеличится, но главное увеличится дальность атаки. Фишка Койота в том, что он тащит только за счет того, что у него реально больше брони, чем у Стрелка и это броня второго типа. Не забываем, что все-таки пехота она по броне второго типа, ну не особо хорошо и эффективно стреляет. Однако граната Конфедерации ну неплохо справляется, скажем так, с хорошим таким скоплением, с хорошим скоплением техники крайней мере второго типа. Ну и здание на самом деле толпы штурмовиков тоже неплохо бьет. То есть чтобы вы сами себя не обманывали, я просто вам хотел продемонстрировать эффективность юнитов. К сожалению, сопротивление может давить пехоту, но только за счет своей брони. То есть либо снайпер стреляет далеко, вот параметры снайпера вы сами можете посчитать на калькуляторе, вот исключительно значит, за счет дальности или постоянно контролировать свои койоты дикообразы и то в больших скоплениях ни койот, ни дикобраз не справится с пехотой, потому что она будет тупо чуть ли не ваншотить, и, ну, большое количество легкой пехот давит. А, очень жестко давит. Тем более, если, допустим, ну, как сказать, почему давит? Потому что у койота реально мало урона по пехоте в движении. Ну, реально очень мало. Не знаю, что он занимает 2 единички кого-то. И непонятно мне еще, почему крепость может один на один разбирать броненосец, который вне движения, а почему броненосец не может ничего делать. Ну и вот когда говорят, что сопротивление дешевле, где-то 75 улучшений броненосца. Ну это как бы дофигище. Не забываем, что у броненосца также есть штраф по броне третьего типа, то есть да, не он бьет хуже, у него есть хороший штраф в виде 10% в движении. Когда вы, допустим, используете броненосцы, вы должны примерно понимать, сколько у вас есть штрафа урона. Вот если вы возьмете, если вы посмотрите старые видео или новые видео, где проводится тест молот против броненосца, броненосец уже 16 ранга за счет брони он тащит молот 1 на 1. Но в 10 на 10 всегда выигрывают молоты. Почему? Все дело в том, что когда вы используете 10 броненосцев, они в движении, у них есть вот этот, как раз, штраф в уроне, и, соответственно, урон будет э, молота больше значительно, даже с учетом того, что у броня есть у броненосца. То есть нужно всегда контролировать. И нужно понимать, что если, допустим, у вас 6 броников и 1, и вы их остановили, чтобы получить плюс 10 вот этого урона, ну как, кстати, если перерасчетом там плюс 12, ну ладно, скажем так, не иметь штраф 10% урона, то э, теряя теряя одного броненосца из-за дальности атаки, потому что вы остановили его молот и движение, и один броник не будет стрелять, вы потеряете, допустим, 16% от всеобщего урона. То есть надо контролировать броники, вообще надо контролировать все сопротивление, чтобы ваши юниты эффективно сражались, иначе у вас ничего не получится. Беда, например, того же снайпера в том, что мне нужно Уничтожить снайпера а легкого штурмовика 7 секунд. Это 5 выстрелов. Учитывая, что выстрел 10 выстрелов в, секунду, в минуту, то есть 2 секунды нужно для перезарядки. Первый выстрел будет длиться, ну, э, скажем так, 0 секунд. Но какое-то время займет прицеливание к цели. То есть пусть будет даже не 7 секунд, а 6,5 6,5 секунд для того, чтобы убить легкого штурмовика. При этом огнеметчик намного жирнее. У него тысячу... Ну, где-то... Если у легкого штурмовика 1400, то у огнеметчика 1600 жизней и чуть побольше брони. То есть, чтобы вы понимали, кречет, у которого... Сейчас покажу. Ну ладно, я не буду считать. Вы можете сами посчитать. Мне реально лень. Кречет, который засекает... Снайпера издалека, э, тьфу блин, огнеметчика издалека, он наносит пол урона по фловому огнеметчику, по-моему, 13 ранга. То есть, половина жизни. Я думаю, что снайперу понадобится секунд 10, чтобы уничтожить одного огнеметчика. Ну, минимум, э, минимум где-то 8 с половиной, это, ну, гадалки не ходи. Я думаю, где-то 10 секунд надо, чтобы уничтожить одного огнеметчика. При том, за время, как снайпер будет стрелять, можно спокойно провести тест 15 штурмовиков легких против 15 снайперов, и штурмовики затащат. Если они будут движение, если территория будет достаточно открытой, они просто сплэшем свои гранаты поубивают всех этих снайперов. Более того, кто не знает, огнеметчику еще повысили урон. Зачем? Непонятно. Мы поняли, что ПВО стало намного жестче. А вот кречет, как юнит, хоть и полезный, хоть и мы повысили урон от пулемета, все равно пулемет это вещь, я бы сказал, что сложная. Вот. Дело в том, что дальность атаки и скорострельность одного выстрела пулемета, она своеобразная, скажем так. Нужно сделать залп, и иногда, когда поворот очень маленький, вы не всегда успеваете или доходите к цели не сразу, вы не, успеваете, не всегда успеваете разрядить а, весь магазин одного выстрела пулемета Кречета. Соответственно, здания конфы, которые они а, тяжелее, больше урона ПВО, они более эффективны против кричта, Ну и более того, кто не знает, скорость кричта на 13 ранге 420, у вертекса 450, а на 14 ранге у вертекса уже 480 э, скорость. То есть ну, уже разница очень большая. То есть не то, что не догнать, даже в прямой стычке поворот будет намного быстрее у вертекса. И это, это аргумент, если честно, аргумент. Ну и то же самое касается достаточной скорости полета, уничтожения зданий тех же э, хамелеонов, заводов хамелеонов и так далее и тому подобное. Вот, и не забываем, что проблема Кречета еще в том, что он строится медленнее, чем вертекс. В чем логика, я не понимаю, потому что, как бы, если Кречет это самолет 4-5 поколения, почему он должен строиться дольше, чем самолет нового поколения? Ну, это примерно все, что я хотел вам показать по юнитам. Но я еще хочу вам сравнить броненосец и мамонт. Мамонт это апогей э, юнита сопротивления. Вот. Ему также понерфили на одну клетку дальность атаки, но, наверное, это не сильно влияет. Но, правда, единственное, что нельзя построить на, э, на данном уровне штаба, на втором уровне штаба мамонт. Вы спросите, почему Мамонт, ну, почему Мамонт не юзабельный юнит в балансе 2.0? Вся фишка в том, что когда появляется четвертый уровень штамба, либо там авиация ваншотит, либо альбатросы уничтожают Мамонт, либо уже Зевсов так много, что это просто нереально. Хочу сказать, что однажды я бил Зевс 14 ранга, будучи, помню, на 13 ранге, бил Зевс 14 ранга, у меня как бы мамонт флоу, как вы видите, Зевс был не однозначно. Там, может быть, был Буст, может, не было. Но 10 мамонтов не уничтожили один Зевс. И сейчас мы узнаем почему. Смотрим характеристики внимательно. И вот какая цифра у нас получается по мамонту, по, учитывая второй тип брони. Это нереально маленький урон. Он просто нереально маленький. По броне третьего типа еще хуже. Ситуация там урона меньше. То есть вы будете ковырять мамонт. Один мамонт уничтожит здание в два раза медленнее, чем один гренадер. Это просто нереально маленький урон. И этот урон еще плох тем, что когда появляется щит у конфедерации, выбить, да не то что Зевс, даже Тайфун, Мамонт уже просто не способен. Это просто не юзабельный юнит, он ничего не может. Зачем было ему нерфить а, одну клетку дальности атаки, мне не совсем понятно. Ну, просто ну, не, не юзабельный юнит, ни о чем. Ну, если вы мне не верите, что а, броненосец два раза мощнее Мамонта, давайте возьмем э, э, циферки броненосца. И вот мы получаем вот такую цифру. То есть в два раза меньше у Мамонта урона, даже с учетом того, что штраф в движении, ну, все равно в два раза меньше. При этом у Мамонта, если 6000 урона по броне второго, третьего типа, плюс-минус, по третьего типа, там вообще, наверное, меньше 6000, то у Града все-таки урон будет побольше. Там 9000. Да, это меньше, чем у броненосца, но это все равно в полтора раза больше, чем у Мамонта. То есть один на один, ну, Град перебьет Мамонт, если дальность атаки позволит. А учитывая, что иногда порой сложно понять, где вообще находятся эти грады, если, допустим, они на холме или там ваншотят вертексы, приходится играть чем есть, и град просто выбивает мам. Это странно. Ну, это просто не юзабельные Юниты, когда вы говорите, что сопра имба, вспомните, сколько урона дикообраза по броне, банально по броне первого типа в движении, и сколько, сколько, собственно говоря, у мамонта, ну это жесть, если честно. Но опять же дикообразу уничтожает. Если взять логику в стационарном режиме, он уничтожает пехоту за, получается, где-то 6,5 с половиной секунд где-то так. Но это тоже на самом деле не особо радует, если честно. Вот. И если вы говорите, что огнеметчик такой неэффективный но огнеметчик выжигает за 3 секунды ну плюс ну давайте пусть будет 4 секунды за 4 секунды он выжигает 2 4, 3 снайпера а снайпер где-то за 10 секунд только одного огнеметчика но это как-то не совсем понятно да и у бункера на голде дальность атаки как у снайпера это тоже как-то непонятно кто не знает я вам кое-что покажу а, насчет бустов Буст обороны, когда он включается до 10 минуты, это плюс одна дальность атаки. То есть голда это плюс 3 э, к дальности. Кстати, кто не знает, у бункера на 15 ранге, где-то в лову бункера, до 10 минуты, учитывая э, броню всех зданий, 170 брони. Но это ну, нереально пробить. Учитывая, что у броненосца есть штраф движении, есть штраф по броне третьего типа меньше, это просто бред. Вот, когда, например, говорят, что пехота сопротивления, которая сейчас бежит медленнее по полюсу, по что типа голда сильно влияет, посмотрите, сколько, сколько скорости на синем бусте. 10%, да? 10%. А сколько на красном густе? 0%. Не-не-не, на синем густе. 0%. На красном бусте тоже 10%. То есть одинаковая скорость, что у синей атаки, что у красной разведки. А на золотом 20%. То есть из 10 клеток вы будете иметь дополнительно одну, из 10 клеток движения вы будете дополнительно иметь две. Да, я согласен, голда это, конечно, круто, но это не дает прям такого имбового преимущества, если вы используете, допустим, синий против голды конечно, конфа бежит помедленнее, но сопра бежит помедленнее по лесу и часто только хуже себе делает. Это мы обсудили характеристики, которые у нас есть. Ну, не говоря уже о том, что Ягуар плохо справляется. Да, у него бабаха хорошая, но он плохо справляется. Не то, что с Зевсами, без Хама. Он плохо справляется даже с молотами. Все-таки один завод Ягуара против 둘, трех заводов Молот это разные вещи. Ну и то же самое касается Грантометчика. Грантометчик это круто, но ему немного не хватает времени, чтобы уничтожить те же Молоты. Ну, не хватает объективно. Хотя на 15 ранге он уже ну, получше будет за счет, по-моему, дальности атаки, за счет брони. Урон повышается чуть-чуть. Ну, броня чуть получше. Вот, хп чуть получше будет. Ну и то же самое, например, стрекоза. Но ну, это не юзабельный юнит. Если циклон хотя бы хорошо наносит урон по пехоте, то, то как бы ракета уменьшает урон по пехоте, и он нехорошо не стреляет ни по пехоте, ни по технике. То есть вообще не юзабельный юнит. Ты понимаешь, циклон еще как-то есть в нем смысл, там грены банально бьет. но стрекоза какая-то, она вообще никакущая. Но это так. Мы поговорили о юнитах. Я думаю, все, что я хотел сказать, я вам уже показал, продемонстрировал. Продемонстрировал я вам имбовость койота. Продемонстрировал имбовость э, дикообраза и мамонта. Про хамелеон вообще не буду молчать разряжается он быстро, более-менее эффективен где-то на 17 ранге и 18 вот так где-то повыше. Если броненосец уже на 16 ранге он более-менее тащит, и то он уже становится ненужным, потому что на 16 уже экономика есть, и все играют по-любому критичными ягами, то хамелеону надо подождать где-то на 18 ранга. Да, яга хам это круто выбивает зес, но не надо забывать, что хам где требует дополнительный завод, это дополнительная трата ресурсов командных очков. И движется хамелеон, если честно, не очень быстро. Все-таки будет помедленнее Ягуара. Хотя скорость Ягуара на малом ранге, как вы видите, вообще ни о чем. Броненоса тоже ни о чем. Молодой то быстрее движется Ягуара. Теперь давайте посчитаем, сколько. Вот администрация говорит, что мы получили плюс бонус к ресурсам от. Вот этих поставок. Учитывая, что 10, ну, не 10, наверное, просто дополнительная поставка секретная имеет 10 тысяч, я не буду искать видео. Вчера делал, кстати, видео. Но мне кажется, оно ну, 2 часа длится, оно слишком длинное. Вот, поставки. Я посчитал на калькуляторе, взял максимальную сумму награды, минимальную сумму награды, Соединил их вместе, превращаем золото в зелень, учитывая, что здесь награда только первые две. Это зелень золото, и она гарантирована на 100%, то будет очень легко посчитать. Единственное, что много цифр. Итак, сейчас посчитаем на калькуляторе, сколько вы получите с 5, 6, 7, 8. 8 контейнеров. Это для какой лиги получается? Для серебряной лиги. Заходим в калькулятор, история вычислений, что я вчера считал. Так, 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 так. Так. Да-да-да. Вот наша цифра появилась. Равно 87, делить на 2. В среднем у нас 43 800. Мы получаем зеленых кредитов. Теперь посмотрим, сколько надо очков войны, чтобы набрать эту сумму. 6,140 нам нужно набрать максимально выгодно. Для этого мы будем ходить только в режим 2 на 2 с окланом, чтобы получить не 200 звезд, а 300. И будем ходить только в турниры. Также я делал циферку вчера. Лень мне сейчас ее искать, где-то она должна быть. Вот, если у нас 70% побед, то за каждую победу тьфу, блин за каждую победу у нас будет э, э, 0,42 поражения ну то есть э, учитывая что мы за поражение также получаем так стоп надо еще раз посчитать. но здесь не очень объективно я считаю потому что я не могу нормально посчитать поражение потому что иногда дается меньше времени иногда больше ну вот посчитаем вот таким вот образом. Я посчитал, что нужно 14 боев. Возьмем вот такое среднее число, округлим 14 боев для того, чтобы получить данную сумму. Учитывая, что у нас награда 43 800, так, 43 800, делим это на минимальное число, ну, если у нас поражение более-менее короткие. Давайте возьмем цифру 15. Получается, за каждый бой мы будем получать дополнительно 3000 зеленых кредитов. Это на самом деле круто. Это реально круто. Поставки, они полезны, они реально помогают вам э, осуществить э, повышение награды за каждый бой. Напоминаю, нас интересует именно за 5 звезд, чтобы мы получили максимальное количество зеленых кредитов. Соответственно, за 5 звезд Будем получать, допустим, 4000 за победу и дополнительно еще 3000. Неплохо. Но Если с премиумом даже еще больше. Если вы будете играть исключительно в PvP, то, конечно, сумма резко уменьшится. То есть надо обязательно играть либо режим 2 на 2, желательно с кланом, либо в турнир, чтобы максимальная награда была. Теперь давайте посмотрим э, клановые поставки. Напоминаю, кстати, не знаю почему, но моему клану урезали поставки в первый день обновления у всех было 7 поставок у нас было 5 это странно потому что мы получали мы сразу вошли в топ-5 вот прямо на первой неделе мы зашли в топ-5 но почему-то нам не давали поставки так вот прошлый этап вот получается мы могли бы получать мы могли бы получать вот эти 10 поставок уже, по-моему, или 3 недели, или 2 недели. По-моему, 3 недели мы уже могли получать. Но нам их урезали, соответственно, мы намного меньше получаем ресурсов, чем могли бы. Давайте теперь посчитаем, сколько можно получить в клане за, по-моему, 10 поставок, да? Да, за 10 поставок, за 10. Там же указано, вот, берем вот эту циферку, 10 поставок, соответственно, э, вот она. 10 поставок, соответственно, нам нужно накопить 55 550 тысяч очков войны. Мы накопили 600 тысяч, вот. Ну, думаю, на так это. Думаю, новую поставку мы еще не скоро сможем ее одолеть, но потихонечку, потихонечку дела идут получше. Чтобы вы понимали, сколько надо иметь очков войны, вот, например, мой клан. В один из этапов вот, показываю, сколько у нас очков войны. Довольно-таки много. Довольно-таки много, где-то 30 человек, больше 10 тысяч за две недели. А дальше уже будет чуть, -чуть поменьше. Я стараюсь ну, менее активных игроков заменять. Соответственно, в неделю, например, я могу где-то 17 тысяч сделать, не больше. Потому что, напоминаю. О, все-таки есть видео. Напоминаю, э у нас ограниченное количество очков войны, которое зависит от вашей лиги. То есть э выгоднее всего, конечно, секретку не получать, там призы маленькие. Но вы не можете взять в серебряной лиге больше 10 тысяч очков э войны. То есть э последние поставки, они физически невозможно для кланов, у которых игроки малого ранга. Но давайте все-таки посмотрим, сколько все это берет. Я вчера посчитал на калькуляторе. Ох, вчера я посчитал на калькуляторе, получилось 136 тысяч. Ну и здесь примерно по такой же аналогии. Будем считать, сколько надо очков войны, чтобы получить данные, ну то есть 10 контейнеров, чтобы получить, каждый игрок получил 136 тысяч посчитаем на калькуляторе, сколько у нас всего это выходит. Ну вот мы примерно посчитали, что сколько у нас выходит. Если вы будете играть исключительно в турниры и исключительно в режим 2 на с вашим сокланом, то минимальное количество боев это 3, где-то 2,5-6 боев в течение одного дня. Uh, естественно, если... Uh, то есть вот вы должны получить столько очков войны за один день. Естественно, если вы играете исключительно на ПВП, то это 8 боев. Да? Uh, если вы комбинируете ПВП uh, и так далее, это 5 боев в день. Ну, достаточно много. То есть, и это с учетом того, что все игроки играют одинаково, и все игроки uh, получают uh, одинаковое количество, ну, то есть одинаковое количество очков войны. А, но ну, теперь посмотрим. Видно, что награда, в принципе, достойная. Это за каждый бой вы будете получать дополнительно 3 700 за победу. Это хорошая награда. Но, естественно, если боев будет 8 в день, это нереально много, то вы вынуждены уже получать меньшую награду за каждые 5 звезд. То есть дополнительно к вашей победе вы будете получать, допустим, определенное количество суммы от ваших собственных поставок и определенное количество от клановых поставок. В теории можно получить выгоду, но фишка в том, что бои стоят очень много голды, а здесь бустов там... 5-7 бустов это ну, мизер на самом деле, реально мизер. А в режиме 2 на 2 в турнире а, значительно больше нужно голдовых бустов. Поэтому это так. Чисто в теории, если вы, ну не знаю, если у вас много бустов или там вы на красный как-то играете, то вы как-то будете тащить. Но на самом деле это так не работает. Физически взять эти ящики, ну просто нереально. Поэтому по очкам войны мой клан занимает топ-3 а кланы, которые будут пожестче, скажем так, они тяжело их набирают. Ну, например, вот здесь клан на четвертом месте, но это пока что, то есть это а, вот полтора дня прошло, то есть цифры будут меняться, но уже все равно можно плюс-минус понять, там, так сколько здесь. Ну вот свежий клан, да. вот это красавцы, здесь тоже свежий клан, здесь более-менее старый клан, противофаза обычно тоже берет хорошо. Ну, возьмем топ-4, да? Вот, этот клан в топе топов. И здесь участники очень высокого ранга. Но им тоже тяжело это сделать. Возьмем ЕБСГ, который 11 контейнеров тоже еще ни разу не брал. Но здесь топы топов, которые играют, и у них реально много голды. Ну а так игрокам, что собрать клановых поставок будет нереально сложно. Но если вы думаете, что клановые с поставки это менее справедливо, то очки доминации казна, клана – это вообще самая несправедливая вещь, которая есть в игре. Во-первых, хочу сказать, что раньше был баг в течение полгода, я писал разработчикам, они мне не отвечали, отвечали, они не чинили этот баг. Проблема в том, что у каждого клана есть определенное количество регионов. Посмотрим, я писал в поддержку даже. Вот, например, я даже спросил, сколько у меня регионов. Так, мне даже ответили, 9 регионов, ну отлично. Ну, каждые 3 дня, этап длится 3 дня. Ну, вот, давайте посмотрим, сколько. Вот здесь написано, что осталось 6 часов, у меня за 3 дня 1900 очков войны. Ну, сегодня я, правда, не играл еще. У клана 47 тысяч очков по мировой войне, и у нас то три, в принципе, нормально. Иногда мы занимаем второе место, иногда третье, иногда даже первое. Вот, если присмотреться, вот здесь у нас, например, третье место. Здесь у нас второе место. Здесь у нас первое место. Ну, по-разному, по-разному. Здесь у нас пятое место. Здесь второе место. Здесь тоже второе место. То есть, как вы понимаете, казна у моего клана, учитывая его топ по регионам, по общему, третье место максимально у нас казна. Ну, вот, это за три дня. К сожалению, не самые удачные. Ну, за три этапа, не самое удачное видео. О, вот! Вот у нас средняя казна 760 тысяч. Потому что э, в. Этап длится 3 дня, бой, этап длится три дня, все этапы длятся 3 дня, но в неделе, как вы понимаете, не 6 дней, а 7 дней. Вот, так что иногда бывает, мы получаем 3 этапа в неделю, иногда 2. Ну, то есть каждые 3 недели будет 3 этапа, поэтому казна будет чуть повыше. Ну, видно, что если соединить сумму, то как раз будет 760 тысяч примерно такая казна и должна быть за 2 этапа. В каждом этапе вы сражаетесь в данных регионах. Здесь написано, сколько надо собрать фракции процентов. Вот, надо собрать 54, чтобы взять этот регион. А у Конфедерации 52. У Конфедерации всегда либо 10, либо 11 регионов. У сопротивления не может быть 11 регионов. Ну, не получается. За год игры ни разу такого не видел. Но был баг в игре, где каждому... Кланус принадлежало только э, не знаю почему, но каждому клану принадлежало только 5-6 регионов. Бак решили, но он все равно остался, моему клану иногда не засчитываются регионы. То есть, если в данном случае, вот здесь у нас смотрим сколько, если э, так текущий, если э, игра не покажет, что в данном регионе у нас находится 47 тысяч очков доминации, если игра нас кинет, то получается, бак до сих пор действует. У нас очки доминации в этом регионе есть, нам их не засчитали это баг, и это доказательство. Но администрация ничего не делает. Я им много раз писал, хоть бы хны. Хоть бы хны. В последний раз я им написал и говорю: давайте сейчас даже покажем. Вот я говорю, спрашиваю, почему был такой баг, почему у клана может быть 8? регионов. Мне говорят, типа, вы удаляли игроков. но ну, не может быть. Не, не можем мы удалять. Я не могу взять и удалить всех 10 игроков. Всех 50, то есть, игроков, чтобы исчезли и доминаться. Но это бред какой-то. И я говорю, что... Э, я говорю, и говорю, так, у клана, как я понимаю, 10 регионов, 9. И говорю, хорошо, ждем. Подождал, когда было у клана э, 10 регионов, и вот баг, 8 регионов, мне не ответили. Хотя администрация могла увидеть, что бак. Ну ладно, все это лирика. Сейчас будем сложные вычисления делать. Фишка в том, что если вы удаляете одного из игроков, так, отлично, у меня есть видео. Так, 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 так. Вот у нас топ-1, по-моему, не топ-2, кстати. Так, сколько у нас? О! Так, 8. Удаляю. Нет, не то видео. О, нашел. Так, смотрим. А, так, у нас, когда вы удаляете какого-то игрока, то с ним уходят очки доминации из всех регионов, где он присутствовал. Но ну, учитывая, что не все игроки активны, то иногда в этом есть смысл, а иногда, наоборот, это не очень хорошо. Ну вот, смотрите, у нас здесь 343 700. Удаляем одного из игроков, такого менее активного, который Давно не играл, есть там у него, по 700 очков войны или сколько. Немного очков войны у него есть. А, очков доминации там, наверное, совсем мало. Удаляем его, смотрим на рейтинг. И вот видите, что количество уменьшилось. То есть вы должны понимать, что когда вы берете все эти регионы, вы должны брать его одним и тем же составом. Это не так просто потому что иногда игроки менее активными становятся, иногда более активными, иногда, допустим, игрок неактивный, но если он был суперактивным в прошлых регионах, то вы, допустим, его выгоните, он там не играет уже две недели, а клан раз и потеряет 20 тысяч зеленых кредитов казны. Ну, это как бы немного, но все-таки влияние есть. Теперь посмотрим. Теперь возьмем в руки калькулятор. Итак, у нас ну, вот такая цифра вышла, 47 тысяч. Хорошо, давайте посчитаем, сколько нужно провести боев, очков доминации для того, чтобы получить данную сумму за три дня. Представим себе, что третий день уже закончился, уже никто играть не будет. Вот, 47 тысяч у нас есть. И, чтобы вы понимали, каждый игрок а, полезен для клана в зависимости от ранга. Потому что на пятом ранге вы будете получать за победу где-то 50 очков доминации. За там, более высокий ранг, допустим, 18, где-то 140. Если бой будет дольше, то еще больше, ну, немножко больше, там, процентов на 20. Вот. Если поражение, тоже немного очков доминации получится. Но ну, представим себе, что берем в расчет, что все игроки... Так, 47 тысяч. Делим на 3, делим на 50 представим себе, что все игроки в среднем получают за одну победу, не за один бой, а за одну победу, получают где-то 150. Получается, нам надо, ну давайте даже 155, 156, ну 155, да? Все должны провести два боя в день, чтобы получить вот данную сумму очков доминации. То есть 50 человек играют два боя в день, в сумме это 100 боев, да? 100 боев, 101 бой даже. Отлично. Теперь берем калькулятор и считаем, сколько будет казна. Учитывая, что э, у нас э, будет э, за... Ну, вот так, 47 тысяч. Если все бои одинаковые, если все регионы одинаковые, умножаем на 10, это будет казна за один этап. Но так как в неделе два этапа с третью, то умножим, допустим, на 4 плюс э, 47 тысяч. Умножить на 9 умножить на 3. Получается, что что у нас есть? Выходит у нас. Сразу, да, выходит, что у нас 7 этапов в сумме. Э, точнее. 21 должен быть этап. Не, 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 правильно, правильно. 7 этапов э, в течение 21 дней ну, то есть 3 недели. То есть казна за 3 недели у нас будет 3 миллионов 100. В принципе, оно достаточно близко к нашей цифре, потому что вы видели, что казна за три этапа у нас где-то 970 тысяч. То есть, если у нас будет примерно столько очков доминации во всех регионах, то такая будет казна. Итак, теперь делим на цифру, которую нам дало. 101 это 50 игроков. Нет, давайте все-таки возьмем цифру 2. Пусть будет 2. Умножить на 21 получается... Так, что-то не то выходит. А, ну понятно. И делить на 50. Получается, награда за э, очки доминации будет из э, казны. За каждые 5 звезд вы будете получать 1500. То есть, цифра, в принципе, хорошая. Но фишка в том, что э, сделать столько очков доминации ну, нереально. То есть, это вы должны войти в топ-3. У других кланов посмотрим. Но если выйдем из топ-20, но ну уже в два раза меньше казна. То есть там уже будет э, не 1500, а 700. То есть проблема вот этой всей фигни в том, что вы должны иметь один и тот же состав команды постоянно, чтобы он никогда не менялся. И реально у вас должен быть хороший онлайн. При этом, конечно, клановые поставки будут полезнее. Поставки вот, вот эти будут еще полезнее. И, в общем, вот такая вот цифра у нас получается. Давайте теперь посмотрим на э, контракты, которые у меня есть. Я вам сейчас кое-что покажу. Вот смотрим, сколько у нас контрактов, сколько сумма зелени. Ой-ой-ой. Так. Ну вот, контракты, которые у меня были вчера. То есть видно, что... Видно, что я оставил вот этот контракт. И, соответственно, ну, они были повыше. Почему они вот так резко упали, я не совсем понимаю. Ну, что есть, то есть. У меня вот есть еще один скриншот. Вот смотрите, какая у нас контракты. Вот здесь, например, включить хамелеон 180, а здесь уничтожить 50 строительных дворов. Возвращаемся в игру. Итак, так как у меня большой опыт в игре. Я э, понимаю, как выполнять контракты, как получить максимальную сумму и что они из себя представляют. Итак, э, во-первых, в игре написано, что повышена награда за контракты, это круто. В балансе 1-0 их выполнять было нереально. Там было три контракта. Второй контракт был покупка бустов. Допустим, потратишь 5000 э, до покупку бустов, получить 300 зеленых кредитов. Но это, конечно, не совсем выгодно. Но фишка в том была, что отыграться можно было на 4-5 день выполнения контрактов. Там было два хороших контракта. Э, либо 10 побед, либо 16 побед. В первом случае давали 15 побед. По в первом случае давали, по-моему, то ли 8, то ли 10 тысяч. Э, кредитов, да во втором случае давали 16 тысяч кредитов. И я их выполнял и выходил как-то в плюс. Иногда, может быть, второй контракт тоже был более-менее нормальный, и там тоже было 16 тысяч, но не всегда, иногда 5 тысяч. Вот. Чтобы выполнить эти контракты, чтобы они возросли на максимальную сумму, они должны быть выполнены в течение 12 дней ровно. Это было проверено два раза. Если выполняете все пять каждый день, то вы получаете в конце концов э... 86 тысяч в сумме. Это один из них, ну, максимально, максимально, один будет на 18 тысяч, все остальные 4 на 17 тысяч. Вот это будет максимальная награда. Но проблема в том, что первые 8 дней сумма награды на вряд ли. Будет выше 8000, тысяч, и дальше уже за по 4, последние 4 дня она возрастает с, там, с 10 тысяч, там, ну может чуть больше будет до 70 тысяч максимум. То есть, ну видно, что разница есть. Также немного поменяли контракты. Сейчас редко когда дают все 5 максимальные. Не знаю почему, но 2 из них максимально, один послабее, а третий там вообще там, 5 или 3 тысячи. Ну ладно, в принципе, это некий баланс, но вообще-то это нерв. Ну, не важно. Итак, зато легче выполнять. Итак, в чем фишка? Чтобы получить выгоду с контрактов, надо опять же делать ту же фишку, что мы делали раньше. Нужно за минимальное количество боев получить все 5 контрактов. Если вы выполните 4 контракта, то они немного упадут. Если 3, то они заметно упадут. Если вы не будете выполнять один день то через один или два дня они упадут почти до минимума. Там в сумме будет то ли 20 тысяч, то ли 5 тысяч, но сильно упадут. То есть а -а -а, прямо все 5 дней выполнять, это жесть. Если вы не выполните, если вы, допустим, два дня подряд выполните только 2 из 5, то они упадут до нуля. То есть полностью упадут и надо будет заново делать в течение 8 дней. Что мы теперь имеем? То есть давайте возьмем калькулятор и посчитаем так, чисто на глаз, сколько примерно надо для выполнения всего этого. Ну и здесь видно, что мы будем здесь ускорять, и мы выполним только 4 из этих контрактов. То есть ну, не получится у нас все это выполнить. Так что мы не будем, конечно, в день зарабатывать 100 звезд для того, чтобы получить немного здесь выгоду. Мы будем делать в день, ну пусть, пусть в среднем будет 8 боев. Или давайте возьмем 6. 6 это идеально, мне кажется. 6 боев э, мы не будем, допустим, смотреть. Уничтожить здание Кайманом 50 раз зо, зелень. Там, включить Хамелеон 180 раз. Уничтожить 50 строй стройдворов э, ну, то есть за день. Уничтожить Мамонтом 150 юнитов. Уничтожить Койотом 150. Уничтожить Кречетом 200. Уничтожить... 50, 50 зданий кайманом, 50 зданий баракудами, жесть, правда? Уничтожить 50 беззащитных юнитов вертушками. То есть это молоты, огнеметчик, град и викинг. Ну нереально сложно их выполнять. Ну, представим себе, что мы будем ускорять исключительно бои, чтобы это было повыгоднее. То есть, если средняя сумма будет 45 тысяч делить на 6 у нас будет за каждый бой 7000 э, зеленых кредитов это нереально круто но учитывая что первые дни мы будем получать реально мало то у нас будет пусть будет где-то первые 8 дней будет только 4 э, боев в день умножить на 8 это получается 32 умножить на 5 это 160 звезд соответственно соответственно э, видно, что если, допустим, мы начинаем это на где-то, ну пусть будет на десятом ранге, да, все это дело, то мы быстро поднимемся, ну, на 160 звезд, это 12 ранг, ну, почти 12, -й. ну, ладно, 11 с половиной, то есть мы очень быстро продвинемся. Чтобы как-то иметь выгоду, а в дальнейшем мы будем получать в день 30 звезд, то есть это за 10 дней у нас будет 300 звезд, 300 звезд – это один ранг, то есть за 10 дней один ранг – это как бы очень быстро. Ну по-другому никак. То есть, чтобы вы понимали, чтобы выполнять данный контракт, надо изначально прокачать хотя бы э, Койота, нужно хотя бы покачать гренадеров флоу. Кстати, Койота, Грен, если они флоу, то вы можете бить нубов только так. Реально просто им бывать. Хотя бы даже против Зевса, неважно против кого хотя бы кречет и ну, экономику центра снабжения. И, наверное, чуть-чуть, может быть, кайманчик тоже было бы неплохо. Вот. Ну, там снайпера надо прокачать, потому что все-таки есть контракты на уничтожение 100 единиц пехоты снайперами. Ну, кают, грен, кречет, броник — это просто must-have. То есть без них, ну, никак не получается. Но есть, конечно, такие контракты, которые нереально выполнить за 6 боев. Например, собрать 100 ресурсов вам придется побольше. То есть данную сумму, которую я посчитал, 45 тысяч за контракты в сумме в день, ну, иногда, конечно, меньше, это не всегда 6 боев, это иногда 8 боев, то есть, ну, ну пусть будет все-таки 6 боев, но они будут падать. То есть будет уже не 45 тысяч за 6 боев, а допустим там 35 тысяч. Ну, по-разному, то есть по-разному. То есть, чтобы добраться до этих контрактов, надо уже иметь прокачку. То есть, чтобы зарабатывать зелень, вам нужна прокачка. Чтобы... А прокачка нужна, чтобы зарабатывать зелень. Ну, короче, замкнутый круг. Порочный замкнутый круг. Теперь посчитаем... А... Ну, наверное, больше ничего здесь не надо считать в контрактах. Давайте посчитаем, сколько мы получим награду в первые дни. Представим себе, что мы играем 4 боя и средняя сумма, ну пусть будет э, какая, 6 тысяч, 5 тысяч, ну давайте 5 тысяч пусть будет в сумме за 4 боя. То есть мы будем получать дополнительно, э, не ну правильно, дополнительно за одну победу 1200. Но в дальнейшем эта награда повысится до 5000. То есть вроде бы игра подсказывает нам, что нам можно получать и из контрактов, можно получать, и с поставок получать, и с клановых поставок, и даже с казны, ну чуть-чуть, но все-таки можно получать. Но проблема в том, что, к сожалению, к сожалению, все это очень неочевидно, и простые игроки так сделать не могут. Я надеюсь, что данное видео будет вам полезным. Напоминаю, что у меня фуловый аккаунт, в игре я где-то месяцев 15, заработал зеленых кредитов на свою прокачку где-то 25 миллионов, ускоренно у меня 12 часов, 12 тысяч часов, это где-то потратил я на ускорение 75 тысяч золотых кредитов, играю я на одном конвейере, как вы видите, то есть прокачка у меня нереально медленная, вот, и боев у меня просто дофигища, также у меня дофигища очков умений. Было больше 200, но, к сожалению, уже ушли. Вот. Было 28 характеристики и 13 из 15 последней было. Вот. в общем, опыт игры у меня хороший. Также мой клан занимает топ-2 по очкам войны, топ-3 обычно по мировой. То есть мы чаще играем, допустим, в режиме 2 на 2, но по количеству боев мы, конечно, уступаем лидером ebsg У них, конечно, боев побольше. Но мы хотя бы играем в режиме 2 на 2 с кланами Стараемся держать планку. Вот. Так что я думаю, что моя информация будет достаточно объективной. Я не говорю, что, допустим, конфайн баса, праг дно. Но когда вам выбивает э, ту же ядерку 4 вертекса, а вы... Ну ладно, пусть будет только в топе, да? В топе выбивают ядерку за 4 выстрела, а луч и даже 14 кречетов не выбивает, это, конечно, бред. Ну и как бонус я вам покажу одно видео. В общем, мне дали один аккаунт, я уже говорил, но видео записал, но никак не попадает на YouTube. В общем, мне дали один аккаунт, поиграть чуть-чуть, там будет где-то 500 улучшений на 14 ранге, я сделал на синих бустах. 35 молотов на 9.30. То есть это свободно 30 молотов, на 9-й минуте можно сделать, на 10-й минуте. Вот, на синих бустах. Соответственно, на малой карте, ну, на такой средней по размеру карте, ну, ничего не может сделать сопротивление, просто вынесу ему все здания. Теперь посмотрим, что делать на 14-й минуте, 14-й ранг конфа. А, я не говорю, что наш оппонент рак или там, нет, оппонент молодец, он знает, что делать, но фишка в том, что он делает то, что может сделать конфа. То есть даже если мне дать его аккаунт, я сразу же сделаю то же самое, может быть, на второй попытке. Потому что 35 молотов я сделал на второй попытке. То есть я и так, в принципе, понимаю, что можно сделать. У нас здесь 9, 12 ягуаров, 3 миллиона. То есть объективно говоря, если вы играете за сопротивление, ну ладно, здесь вышка построена, но если вы играете за сопротивление, голдите на 13 ранге, вы можете сделать вот столько ягуаров. Можно, конечно, больше, но все-таки завод, он дорого стоит, поэтому тяжело. Но опять же, видите, что здесь full КО. Full КО здесь 74. Посмотрим, что делает конфа на таком же ранге. Посмотрим, какая у нее будет армия разведка есть. Заранее включился хамелеон, наверное, зря. Здесь только один завод Ягов. Но это будет, скажем так, тестом. Вот, специальные игроки пошли в тренировку, они хотели посмотреть, что получится. Так, Зес что-то там бьет вяло. Там мин, конечно, у нас нет. Ресурсов на мин, конечно же, нет. Вот уже 13 ягуаров. Посмотрим, что смогут сделать ягуары. Вот они первые стреляют. Посчитаем, сколько здесь Зевсов.

Представим себе, что игрок более опытный. Ну и как бы там два завода все-таки. Ну вот, фул КО на КО. Что могут сделать Яги? Да они нифига не могут сделать. Это нереально выиграть. Просто нереально. Можно, конечно, выйти в кречет, но все это выдолбить немного сложновато будет, мне кажется. Вот и у меня вопрос. Где баланс? Где баланс? Когда конфат делает целую толпу Зевсов, то сопрано Зимкой ни хрена не может сделать. Серьезно. Она, конечно, и в первом балансе хорошо играла, но, ну, объясните мне, как можно затащить вот на 14 ранге 20 зевсов на 14 минуте. Но ну, это нереально. И они как бы еще до заказ ползет на вашу базу. Но ну, это нереально, серьезно. Ну, сделали вы хамы, но хам это, это потеря ресурсов на завод. И хам стоит дороже, и командные очки забирают. Ну, ясное дело, 20 Зевсов они передавят. Но ну, даже если там будет 16 Ягов, все-таки... Ну, Зевсов много. Пробить это тяжело. Ну, я не хочу говорить, что сопра дно в балансе. А, кстати, я забыл вам кое-что показать. Так, отлично. Кое-что хочу вам показать Турнир, который у нас сейчас есть, называется Напарник надежный. Да ладно, надежный напарник. В этом турнире у вас есть напарник, искусственный интеллект, который вам помогает в пробитии базы оппонента. В топ-легендарной лиге, в принципе, по турниру понятно, что творится. Там хам тащит, молодцы игроки. Теперь посмотрим, что творится в Золотой лиге. Видно, на что сплошная конфа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где-то 6 игроков это топ-40. Ну, вы понимаете, что Сапара вообще не тащит. Но ну, это ненормально, чтобы, чтобы из 50 человек 40 были конфедераты и брали турнир. Ну и в серебряной лиге, где тащат именно кач, где руки прямые нужны. Ну, смотрите, 17 место, первый раз сопра. Здесь, например, мой соклан. Вот. Здесь тоже мой соклан. Все, здесь, ну, от силы 15 игроков сопра тащит турнир. Это просто жесть. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. Сейчас, кстати, появился баг с турниром. Так что я бы записал вам прямо здесь, но что-то в бак, видите, какая-то хрень показывает. Ну ладно, ну, в общем, факт в чем? А, конфа тащит турнир. Ну, но она тащит турнир. Вот здесь, например, 31-й бой кто-то сыграл. Вот. Но это ненормально, чтобы конфа настолько тащила. Вы знаете, почему она так тащит? Вот эти две лиги? А, вторая и третья. Все дело в том, что здесь нужен хамелеон. А выйти в него нереально. Нереально выйти в хамелеон. Я уже показал вам только что, что значит выход в хам. Ну, в, ну нету сопротивления таких юнитов. Вышло, кстати, очень хорошее видео Данки Дира э, вместе в турнире. У него здесь какое место сейчас? Ну, не знаю, у него 18 ранг. 31. -е. Может, еще не все открал. Но очень хорошо сыграл Слава в турнире. Но пока он вышел в хам, прошло полчаса. Полчаса прошло. Я не шучу на голде. Ты должен полчаса играть, чтобы выйти в хам. Потому что до этого ну, нереально выйти. Тебя тебя просто задавят. Вот. И вот когда говорят, что есть э, баланс. Ну, в баланс 1-0 дикий был говно. Э, ПВО чуть-чуть получше, но столько же стреляет, как и сейчас декабре. Верьте мне или нет, ищите старые видео, считайте на калькуляторе. Это ненормально. Это ненормально, что в балансе 1.0 конфа делала 10-12 бункеров и дальше шла в массу авиацию уничтожать штаб. И было настрать на ПВО, потому что штаб вы потеряете. А со штабом как бы и армии особо нет. Вот. Это, это ненормальный такой баланс, когда, вот, например, разработчик, на видео сказал, что тот, кто выходит в ядерку или в луч, в топе выигрывает 90% случаев, что конфа, что сопра. Ну, блин, ну я согласен, да, это, конечно, круто, но возникает вопрос, а кто чаще выходит в ядерное оружие, сопра или конфа? Мне кажется, что сопротивление слегка потяжелее будет выйти, если 4 вертекса уничтожают э, э, ядерное оружие, а луч надо где-то 8 кречетов, и они ловят все, что можно от ПВО, и сразу дохнут. А тут, блин, прилетели вертексы на просто нереальной скорости, ты не успеваешь включить бусты, они еще и с пингом 2 секунды, и просто вертекс ломает тебе здание за 1500, еще, может быть, за 2300 ты не успеваешь отменить, и все. У тебя нет ни ресов, ни ядерки, и особо ты не полетаешь, Конфа просто уходит без потерь. Но это, это ненормально. Это ненормально, что конфа играет тупо от дефа и идет тупо в луч и ядерку. И вообще игроки сейчас а, в топе серебре, а, в, например, в, в турнире за каменной стеной. Это тупо луч и ядерка, луч и ядерка. Причем даже нет смысла строить армию, потому что ты быстрее выйдешь в луч и медленнее построишь ядерку. Пока ты дойдешь, там, во-первых, уже противник построит оборону. Пока ты затохнешь, там уже будет лучше. Пишите ваши комментарии, ваши идеи. Пишите прав, я не прав. Я надеюсь, что... Ну, как, кстати, я понимаю, что единицы, кто досмотрели видео до конца, но кто досмотрел до конца, узнал много нового. И я надеюсь, что вы примете эту информацию к сведению, перестанете играть ногами. Все-таки это стратегия, надо играть головой. Вот. Мне, например, обидно, что вот, вот эти ящики, что нам добавили плюс 30% к ящикам вместо 7,5%, да? но при этом урезали ресурсы на 50% на картах. Еще и карты настолько дебильные, что на них тупо ресурсов нет, поэтому это нерв, наверное, не 50%, а все 300% или там 200%. Но ну, зато 30% нам дают плюс к Ресурсам. То есть вы сначала, блин, их урезали на 50 ресурсов, а сейчас даете плюс 30. И вот так, вот так все, блин, в этой игре, серьезно, так все. Кто-то донатит на вот эту фигню, а кто-то получает, блин, ну, точнее, кто-то донатит на вот эти ушки, и сейчас они в унитаз слиты. И еще самое смешное, то, что кто-то говорит, вот... Сейчас это создано для того, чтобы уравнять. А вы знаете, блин, что на, когда у вас 9 звездочек, уже стоит, блин, 90 тысяч, 108 тысяч улучшения. Это капец, если честно. Нам подешевели на 3% прокачку. А до этого повысили, блин, в два раза. Начальное улучшение. Это, это дичь. Вот у меня 160 вот этих очков. Ну, Очков умений, карточек. Нахрена мне не нужны, если не могу их использовать. Вот. Еще говорят, что типа это уравняет игру. Ну. Понимаете, раньше хотя бы у всех была возможность зарашить. Не было вот этих дебильных центров снабжений, было ресурсы, карты были нормальные. Можно было бы вкачать командные очки. Командные очки с очков умений атаку пехоты, техники, можно было зарашить там скорость строительства противника. Сейчас это нереально. Сейчас мы все вынуждены играть и выходить в четвертую штаба и тратить целую кучу бустов голдовых, потому что пока вы не выйдете в хамелеон, нифига не получится. Ну и также без кречета тоже нереально играть, потому что, как я уже говорил, огнемолот пробить нечем. Яги вам не помогут. Пишите ваши комментарии.